«Отсюда есть пошла земля русская», говорится в летописях о таких местах. Старая Ладога – древняя столица Северной Руси. Некогда легендарный город, сейчас музей под открытым небом. От Санкт-Петербурга до Старой Ладоги 120 километров. Добраться сюда можно на автомобиле по Мурманскому шоссе или на пригородном поезде. Город стоит на левом берегу реки Волхов, текущей из озера Ильмень в Ладожское озеро. Река Волхов. В средние века часть знаменитого торгового пути из Варяг в Греки, который соединял северные земли с южными, Прибалтику и Скандинавию с Византией. Еще в 8 веке здесь, на берегах Волхова, начали возникать первые постройки. И впоследствии крупнейший в этих землях город – Ладога. Приехали на ярмарку, а остались навсегда. Это о первых жителях Ладоги. Деловой центр средневековой Европы притягивал купцов, которые везли с запада на восток и обратно оружие, меха, ювелирные изделия, ткани, пряности и вино. Впрочем, оседлые ремесленники тоже охотно переезжали в Ладогу в поисках лучшей доли. Путь из Варяг в Греки проходил по Балтийскому морю вдоль северного берега Финского залива. Затем по Неве, Ладожскому озеру и реке Волхов в озеро Ильмень. Через Ловоть, Западную Двину и Днепр путь выходил в Черное море и исследовал до Константинополя, столицы Византийской империи. На Руси ее еще называли Царьградом. Опасные пороги реки Волхов не давали прохода большим судам. Товары с кораблей приходилось перекладывать на ладьи, и ладожские лоцманы проводили их через пороги. А купцы-иностранцы тем временем отдыхали в Ладоге, торговали и ремонтировали суда. Остановка иногда растягивалась на несколько месяцев. Современные археологи считают, что Ладога была основана в 753 году. Сведения о богатом и процветающем городе можно найти в летописях. К IX веку Ладога становится крупнейшим на Руси торгово-промышленным и политическим центром. Возможно, поэтому Старую Ладогу называют книгой о Руси изначальной. Согласно одной из легенд, именно здесь, на этом холме, великого древнерусского князя Вещего Олега постигла предсказанная трагическая смерть от укуса змеи. Как черная лента в круг ног обвелась и вскрикнул внезапно ужаленный князь. Такие строчки Александр Сергеевич Пушкин написал, вдохновленный именно этой историей. Впрочем, доподлинно неизвестно, где захоронен князь, прозванный Вещим за умение предвидеть будущее. Ладожские могильные сопки на берегу Волхова были насыпаны в 8-10 веках и до сих пор исследованы не до конца. Первыми на берегах Волхова поселились восточнославянские и финно-угорские племена. После основания города сюда прибыли и скандинавы. За несколько лет Ладога превратилась в настоящий Вавилон, где общаться, торговать и понимать друг друга умудрялись на смеси европейских и восточных языков. В IX веке местные жители очень страдали от разорительных набегов скандинавских соседей. И вот в 862 году старейшины племен, посовещавшись, решили пригласить мудрого правителя и опытного воина для того, чтобы защититься и навести порядок. Этим человеком стал знатный варяг Рюрик. Варягами называли воинов кочующих скандинавских племен. Точных сведений о происхождении самого Рюрика до сих пор нет. Историки спорят, был он шведом или же датчанином. Но как бы там ни было, надежды старейшин Рюрик оправдал. Все 17 лет его правления Ладога оставалась неприступной для завоевателей. Рюрик и его дружинники вели дипломатические переговоры с соседними племенами, строили и укрепляли город. С легендарного правителя Ладоги началась история династии Рюриковичей, которые правили Русью до конца 16 века. В 864 году Рюрик основал новый город у истока Волхова, будущий Новгород, и перенес туда княжескую резиденцию. Исторический центр Старой Ладоги и первая каменная постройка города – крепость. Впрочем, такой она стала лишь в 16 веке. С 9 века каменную крепость перестраивали дважды – в 12 и 16 веках. Место на высоком мысу между реками Волхов и Ладожка было стратегически выгодным, и крепость постоянно подвергалась нападениям.
как в 997 году ее почти до основания разрушил будущий норвежский правитель, варяг Эйрик. Эта крепость строилась во времена огнестрельного оружия, поэтому такие толстые стены до 7 метров. А еще очень хитроумно сделан вход. Ну, во-первых, двойные прочные ворота, а между ними ход внутри стены под углом 90 градусов. Тараном, например, разогнаться просто негде. В конце 16 века к Ладожской крепости с юга пристроили земляной город, укрепление с тремя бастионами. А еще позже по периметру выросли мощные башни высотой от 16 до 19 метров и шириной до 24. Изначально башен у крепости было 5, но со временем 3 из них разрушились, и сегодня остались только 2. Клементовская и вот эта, Воротная. У каждой башни было свое название и предназначение. Воротная служила единственным входом в крепость. Клементовская была названа так по имени церкви святого Климента. Раскатная обеспечивала охрану береговой линии, а четвертая, стрелочная, стояла на самом острие мыса и первой встречала вражеские суда, которые шли с Ладожского озера. В самой ближней к реке башни скрывался тайный колодец. Отсюда и название – «Тайничная». Мистическая, таинственная атмосфера этого сооружения, прозванного Рюриковым замком, породила множество легенд. По одной из них, в какой-то из башен замка до сих пор, с тех стародавних времен, сохранилась железная дверь с засовом и цепью на замке, а за дверью потайной ход, ведущий куда-то под Волхов. Подземный ход искали многие. Есть даже описания исследователей 19 века, которые обнаружили некий лаз, уходящий под землю. Они верили, что в одной из пещер спрятан золотой саркофаг, в котором похоронен легендарный князь Рюрик. Но до сих пор никто не нашел ни таинственного хода к реке, ни саркофага. Внутри башен очень узкие и крутые лестницы. И наверняка воинам в полном боевом снаряжении взбираться по ним было крайне неудобно. Но тут приходилось выбирать либо толстые и надежные стены, либо широкие проходы. Несколько пролетов каменной лестницы ведут в музей. Здесь собраны предметы разных эпох военной истории Ладоги. Боевое оружие, кольчуги воинов. А в одной из ниш – реконструкция стоянки первобытных людей времен неолита, селившихся на берегах Волхова 4000 лет назад. Один из самых интересных экспонатов – макет крепости, позволяющий рассмотреть ее в деталях. По этой экспозиции, которая расположена внутри самой крупной воротной башни крепости, можно проследить всю ее историю. С момента основания до фактически заката, когда в начале 18 века, после победы России в Северной войне, крепость окончательно утратила свое стратегическое значение. В 1704 году Петр I, расширяя границы государства российского, основал выше по течению Волхова другой город – Новую Ладогу. Древнее поселение он лишил городского статуса и переименовал в Старую Ладогу. С галереи, соединяющей Воротную и Клементовскую башни, открывается вид на окрестности Ладоги, берег Волхова и белоснежную церковь Святого Георгия, которую здесь называют «Ладожской невестой». Считается, что ее заложили в честь победы ладожан и новгородской дружины над шведами в 12 веке. Она на 4 века старше самой крепости. И сверху хорошо видно, что основание храма расположено на 1,5 метра глубже основания крепостных стен. А почему все-таки церковь, храм находится вот именно на территории крепости, а не где-то поодаль? Это очень просто. Посвящение самого храма Святому Георгию все объясняет. Святой Георгий – покровитель христианского воинства. И, соответственно, и храм Святого Георгия, и рядом стоящий здесь храм во имя Святого Дмитрия Солунского – это место для защитников Ладоги, северо-западных рубежей государства, для воинов, для воинского контингента. Соответственно, их ближайшими покровителями будут святые воины. Это самый маленький храм, кстати, на новгородской земле из домонгольских церквей, естественно. Его объем всего 10 на 10, плюс 5 метров барабан, 15 метров. Так что он скромный, небольшой, но в традициях новгородского уже зодчества. Полностью сохранившаяся Георгиевская церковь получила всемирную известность благодаря уникальным фрескам 12 века. Вот уже много лет их бережно хранит и изучает искусствовед и ведущий научный сотрудник музея-заповедника Борис Васильев.
Здесь какая-то особенная такая атмосфера, какой-то свой микроклимат, когда заходишь, сразу чувствуешь. И кроме того, я знаю, что церковь почему-то не работает в плохую погоду. Почему? Мы ограничиваем доступ сюда туристов в связи с тем, что влага очень вредно влияет на фрески. Повышенная влажность выделяется со стен на фреске в виде кристаллический налет такой. Соли, кальций, натрий, который снижает ощущение первозданного колорита росписи. И он губит, по сути, фрески. А все-таки в этих широтах довольно суровые зимы. Он как-то отапливался, благо это предусмотрена система. Просто интересно чисто технически. Дело в том, что выстоять здесь литургию в течение 2-3 часов весной, осенью просто невозможно. Человек остекленеет. А для решения этой проблемы был придуман очень простой ход. Рядом с холодным храмом строился теплый храм. И вот здесь, в дворе крепости, вы видите единственный такой пример, который уцелел до наших дней. Пример соседства теплого и холодного храма, причем посвященных близким по роли, по своему значению христианских святых – святому Георгию, святому Дмитрию Солунскому. Чудо святого Георгия о змее – знаковая фреска в храме. Туристам здесь рассказывают легенду о языческом городе Лаодикее, в котором поселился змей-людоед. Силой молитвы усмирил чудовище путник Георгий и спас дочь правителя города. А горожане, выслушав его проповедь, приняли христианскую веру. С тех пор Георгия Победоносца стали чтить на Руси. В Киеве, Владимире, Новгороде и других крупных городах появились храмы его имени. А изображение Георгия Всадника можно увидеть, например, на гербе Москвы. Древняя столица Северной Руси, а ныне небольшой поселок Старая Ладога, привлекает как любителей родной старины, так и туристов со всего мира. Наследие великого прошлого этих мест и в сохранившихся архитектурных памятниках, и под землей, в глубинах. Старая Ладога. Интерес археологов к этому месту настолько велик, что периодические раскопки здесь велись с начала 18 века, а в наше время ведутся практически каждый год. Ну а то, что удалось обнаружить, потрясает, ведь это в буквальном смысле пласты русской истории. Впервые раскопки в окрестностях Ладоги проводил немецкий пастор и археолог Вильгельм Толле в 1708 году. С тех пор были исследованы многие курганы и территория вокруг крепости, но самые ценные археологические находки были сделаны в земляном городище. Его изучение ведется более 100 лет, и из них почти 40 раскопками руководит доктор исторических наук Анатолий Кирпичников. Тут есть одна замечательная черта. Где бы здесь, на этом месте, на земляном городище, не производить земляные работы, обязательно что-то найдешь. Обязательно. Стенка раскопа похожа на слоеный пирог. Пласты земли плотно налегают один на другой. Их общая высота почти 6 метров. В средние века каждую новую постройку было принято возводить на остатках предыдущей. Так формировался уникальный культурный слой. Самыми крупными находками археологов оказались хорошо сохранившиеся и как бы законсервированные остатки жилых строений, относящихся к IX и X векам. А вот это как раз остатки жилого деревянного дома постройки 9 века, то есть бревнам больше 1000 лет. Интересно, что в то время в архитектуре уже использовалась так называемая пятистенная конструкция, то есть 4 стены и 5-я перегородка, образующая сени. Деревянные дома такого типа строят до сих пор. Люди, которые жили в этих домах, это были вольные люди, которые одновременно делали ремесленные изделия и их продавали. Понимаете, это был важный принцип. Весь город – это был город мастеров. И таких домов мы, по крайней мере, раскопали 6. Вернее, мои предшественники и я раскопали, их всего 6 таких домов. А что касается находок, вот конкретно каких-то вещей, что здесь удалось найти такого, интересного? В этом доме была россыпь славянских
этноопределяющих находок. Это треугольные подвески, это колесовидные бляшки, сделанные из олова и свинца, которые нашивались на одежду и составляли как бы такой серебряный узор. Вообще люди того времени делали красивые вещи, имитирующие, например, золото. Среди ладожских находок – бронзовые булавки, застежки для одежды, височные кольца и самое популярное женское украшение того времени – бусы из горного хрусталя, сердолика и стекла. Их еще называли глазками. Сохранились воспоминания одного арабского путешественника X века, который утверждает, что за один стеклянный глазок можно было купить раба или рабыню. Бусы были второй валютой после серебряных диргемов. Были еще слитки. Слитки из серебра, из бронзы, которые везли там вдали, торговали, из них лили всякие вещи, предметы и так далее. Все очень бережно было, но когда были пожары, что-то терялось. Это достается нам. А все ли, что находили, вы могли объяснить, какое было у этого применение? Нет, не все. Есть загадочные вещи. Какие-то штыри, какие-то острия. Ну вот, что ими делали, трудно сказать. За долгие годы раскопок здесь, на земляном городище, были найдены тысячи предметов, монет и десятки тысяч обломков глиняной посуды. Для исследователей представляла ценность любая вещь, пусть даже самая незначительная, ведь она была частью прошлого великого города. Некоторые находки объясняли многие непонятные до сих пор вещи, ну а другие только добавляли вопросов. Порой староладожской экспедиции удавалось обнаружить действительно необычные и редкие предметы. Именно такое археологическое открытие было сделано Анатолием Кирпичниковым в 2007 году. Этой находке больше 1000 лет. Вот это перстень. Перстень изумительной сохранности, золотой, перегородчатая эмаль. Мало того, что это золотой остов, да еще с ткани, это, значит, проволочка такая тоненькая, она напаяна сюда, витая. Это Византия, X век. Вообще это, я бы сказал, шедевр ювелирного искусства. Вот на самом деле, что, как можно трактовать эту вещь. Ладога, она, конечно, уникальна по своему, по могуществу своего собрания древностей, которые находятся в земле. 3% раскопано. Мы ходим по невостребованному музею. Еще дети наших детей будут копать тут и будут что-то находить. Тут огромные залежи ценностей. На земляном городище и в других местах в районе крепости только за последние 40 лет было найдено больше 30 тысяч различных предметов. Сейчас все они переданы в местный археологический музей. Кстати, улица, на которой этот музей находится, сама по себе может считаться музейным экспонатом. Варяжская улица появилась в Ладоге примерно в X веке. Когда-то здесь стояли гостиные дворы и жилые дома скандинавских купцов. Историки полагают, что эта улица – самая древняя на Руси, сохранившая до наших дней свое название. Этот музей хоть и небольшой, но необычный, ведь в его экспозиции представлены не только такие экспонаты, какие можно встретить в любом другом археологическом музее, но и очень редкие, как, например, ткани, чудом сохранившиеся в Ладожской земле. Глинистые и влажные почвы Волховских берегов на века сохранили предметы из органических материалов – дерева, войлока, кожи и ткани. Такие находки попадаются археологам довольно часто. Встречались даже отдельные фрагменты одежды. Этот экспонат музея – не что иное, как рукав. Каждый год, на самом деле, 20-30 фрагментов ткани у нас вылезают из разных слоев, в зависимости от того, какие мы копаем. И вот здесь кусочек льна, кусочек шерстяной ткани. В
витринах музея выставлены золотые и серебряные монеты, железные боевые и костяные охотничьи наконечники стрел, орудия труда, предметы быта, украшения из дерева, кости, бронзы и янтаря. Янтарь доставляли в Ладогу с побережья Балтийского моря и обрабатывали на месте. Янтарные изделия и заготовки были россыпью найдены в слоях 9 и 10 веков. Он явно как бы такой очень популярный, так сказать, не представлял себя особой такой какой-то вот такой особенной ценности, такой, чтобы вот над ним тряслись. Но если даже янтарь не представлял ценности, что ж тогда представляло? А, хороший вопрос. Кроме денег, я думаю, что, да, ну, кроме денег, я думаю, что, конечно, очень хорошо можно ответить. Это качественные рабочие руки. Эти инструменты – остатки кузнечной ювелирной мастерской. Вообще, Ладогу можно наверняка считать древнейшим ювелирным центром России, ведь здесь, в этих землях, археологи неоднократно находили всевозможные булавки, заколки, кольца, серьги и огромное количество бус. 1000 лет назад лепила девчонка горшок. На шее у нее было ожерелье из бус, да, так сказать. Упала у нее бусинка, попала в глиняное тесто, она горшок долепила, горшок обожгла, горшок прожил свою жизнь горшка, горшок разбился. Пришел бородатый археолог и нашел кусочек горшка, и там желтенькая бусинка. Как она на самом деле попала сюда, конечно, никому не известно. Чтобы объяснить, почему появился в земле тот или иной предмет, ученым приходится домысливать и моделировать ситуации. Так наука, частично опираясь на факты, создает атмосферу навсегда ушедшего от нас времени, процветающей Ладоги и правления легендарного Рюрика. Кого из археологов не спросите, значит, что вы нашли самое главное, что вы нашли самое уникальное. Понимаете, археологи не ищут уникальное, археологи ищут повседневное. Да, а Рюрик это как бы сложнее гораздо найти, да и, собственно, это не археологическая, по большому счету, задача. Нераскрытые тайны древнего города и его особое очарование всегда привлекали поэтов, писателей и живописцев. Николай Рерих, великий русский художник, часто приезжавший сюда, написал: «Везде что-то было, каждое место полно минувшего. Вот оно, историческое настроение. Именно чувство родной старины наполняет вас при взгляде на старую Ладогу». Russian Travel Guide.